В общем, старайтесь звонить, отвечать на наши вопросы. А у нас дело кипит. 10 минут назад, Дамир, ты помнишь, мы опустили в содовый раствор овощи. Я теперь ничего не помню, меня похвалили по телевизору, как я работаю, я в этом голову вообще забыл. Так, давайте посмотрим, чем у нас дело закончилось. Итак, помоги мне оценить. Значит так, смотрите, мы добавляли ложку соды сюда в воду. По слухам в интернете говорят, что если там есть пестициды, вот в овощах и фруктах, то вода с содой должна помутнеть или как-то изменить цвет. Так, смотрим. Слушай, ну она реально помутнела. Слушайте, правда помутнела немного. Выходит слух. Подожди, может быть это у нас просто стенки сосуда такие мутные? Нет, нет, она была прозрачная. Даже когда сода растворилась. Слушайте, я надеялась, что челябинцев кормят беспестицидными фруктами и овощами, но вот так я узнала, что все-таки пестициды в них имеются. Ну, вы знаете, вот Вадим Воробей, который недавно был в нашей студии, сказал, что это все миф, и на самом деле избавиться от пестицидов можно только вот снаружи, если вот помыть как следует, и изнутри их никак не вывести, так что... Ну, вот такой вот эксперимент. Да. Думайте сами, решайте сами. Не обрадовали. А теперь давайте выпьем холодного кофе.